Можно ли раскрасить вершину правильного 11-угольника в 4 цвета, чтобы среди любых подряд идущих встречали бы все 4 цвета? Нет. Нет, почему? Среди любых подряд идущих 5 вершин. Каждого класса должно хотя бы 3 человека быть. Почему? А потому что, если я рассмотрю всевозможные пятерки, да. В каждой пятерке должен быть хотя бы один восьмиклассник. Да. Оказывается, что восьмиклассников должно быть хотя бы 3. Почему? Как-то строго доказать. Нужно доказать, что восьмиклассников, ну как уже, девятиклассники, не меньше, чем 3 человека. У вас есть те, кто восьмиклассник, его отсчитывается все. Да. Это сильно. Вот, молодец. У вас есть восьмиклассник. Я его будем отсчитывать. Ребята, действительно, это разумная мысль. Еще раз. Давай я всех остальных сотру, неважно, кто не там. А берем какого-нибудь восьмиклассника. Вот он есть. И как доказать, что кроме него должно быть еще хотя бы двое? Взять две другие пятерки. Давайте я их покажу. Вот смотрите. 1, 2, 3, 4, 5. Это 5 человек? Да. Среди них восьмиклассник должен быть? Да. Да. Вот среди этих 5 восьмиклассник должен быть. Отлично. А среди этих? Тоже. Смотрите, я беру любого конкретного восьмиклассника, одного, и говорю, что когда от него пойдешь против часовой стрелки, среди этих 5 должен быть. И когда от него пойдешь по часовой стрелке, значит, восьмиклассников не меньше, чем 3. То же самое со всеми остальными. Да. А одного из них всего 2, то есть 11 человек. Да, да, да. Если вы возьмете по 3 человека, то уже будет 12.